Да, можна. Ето светилник специално предназначен для замяна на 240 ват метал халидных светилников, которые пользуются в бензинозаправочной станции ЦИР. Размер то же самое, как у этих старых светильников. Консумация 140 ватт. Вы получаете с этого светильника 12000 люменов. Это вполне достаточно, чтобы заменить старый металлохалидный светильник. И директно вы получите больше, чем 50% экономии с электроэнергии. Вам не надо делать ничего. Вам надо делать нет ничего. То есть мы просто приезжаем, меняем светильники, да, на этой самозаправочной станции. И все, никаких изменений там конструктивных, крепежений, да, чем потому нету. Что габарит и то же самое. Да, а крепеж такой же, как и там? То же самое, да. То есть один в один, то есть мы те отвернули, а эти прикрепили и все, и на этом. Но да, при этом мы сразу получаем выигрыш мощности, не выигрыш мощности, а экономию электроэнергии, и она окупится там, ну надо что-то экономику считать. Нормально бензинозаправочной станции светят очень много. Да, и нормальный срок откупаемости около 2 года. И после 2 лет уже будет идти чистая экономия. Да, и она будет работать не меньше, чем 10 лет.